улица Коммунистическая, 1 марта 2024 года. Календарно хоть наступила весна, но вот снега хватает еще. Правда, подтаивает. Сегодня минус 8. Это относительно тепло для Караганды. Для такого времени. Ну, фактически, март месяц еще зимний. Ну вот, проталины уже есть, да, вот. Видно, что таяло. Вчера было минус 4, и таяло. Солнечно. Ну вот, дожди вот есть, да. Школа номер 13. Справа. 19-й дом, который относится к 18 микрорайону. Но он располагается на Коммунистической улице. Территория школы пока еще под снегом. Человек откидывает снег там. Впереди около школы номер 74. Скользит, а вот идет. Березки. Да, люди выражают свое недовольство. Ну, спасибо, что это какая-то масса. А, дети выходят со школы. Что-то вроде построения, да? А, тревогу. Тревогу. Вот сугробы потихоньку оседают, то подтаивает. Ну да, еще и убирают, скрипают. Это конечная часть, улица Коммунистическая. Сегодня вот 1 марта. Березки есть тут и сосны. Там уже показался угол детского сада Харлаш. Что в переводе означает ласточка. Вот еще береза. Бабушка убирает снег. Семь с проводом.
Видно, что таяла, да, вот лед. Но сейчас под этим льдом асфальт. Это не то, что раньше. Сейчас улица стала такая цивильная. Тут сгребали снег, видно. Машина заедет. Гудит. Даю обзор назад. 1 марта сегодня. 2024 года. Улица Коммунистическая, которая вклинилась в 18-й район.